Привет, мой дорогой киноман! Сегодня я подобрала для тебя топ турецких сериалов 2019 года о любви. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться любимым сериальчиком. Но не забывайте делиться своими эмоциями от просмотренного сериала в комментариях. Ну а перед тем, как начать, хочу напомнить, чтобы вы не забывали подписываться, чтобы всегда быть в курсе новинок. Открывает сегодняшнюю подборку сериал «Ферхат и Сирин», 6 серий. В ролях Талгат Сарытаж, Лейла Танлар, Джансу Дере, Ишил Юджисой, Йылдырай Шахинлер, Эмель Челгечен. Талантливый художник Ферхат влюбляется в красавицу Ширин. Девушка отвечает ему взаимностью, и все было бы отлично, если бы не социальное неравенство их семей. Ферхат очень беден, а Ширин выросла в богатой и влиятельной семье. Ее родные – противники неравного союза и всячески препятствуют романтическим отношениям молодых влюбленных. Совершенно неожиданным образом главный герой нажил себе врагов. Но целеустремленный Ферхат не намерен отступать и начинает бороться за свою любовь. Сказочная любовь Ферхата и Ширин подвергается большим испытаниям. Влюбленным придется пройти через боль любви, предательство, ненависть и месть. Он готов на самые опасные подвиги ради Ширин. Однако самым сложным испытанием для пары является роскошная и коварная соперница Бану – родная сестра Ширин. Как оказалось, она тоже влюблена в Ферхата. На четвертом месте сериал «Пятно», 9 серий. В ролях Бурак Сивинч, Мелис Сезен, Талга Гюлеч, Керим Туна, Селен Учер. Ясемин с братом росли в детдоме после потери родителей. Ее брату Мурату 9 лет, он глухой, но есть надежда на выздоровление, только необходима дорогостоящая операция. Когда Ясемин становится совершеннолетней, она уходит из детдома, и теперь у нее есть важные цели – взять опекунство над братом и оплатить его операцию. Также Ясемин мечтает стать адвокатом, но сначала необходимо заработать денег, поэтому она учится и работает официанткой. Однажды на одном приеме происходит неожиданный случай, который ее сводит с Джемом. Джем – это успешный бизнесмен, не доверяющий женщина после того, как стал свидетелем распада своей семьи. На третьем месте сериал «Моя сладкая ложь», 28 серий. В ролях Аслыби Кироглу, Фуркан Палалы, Лавинья Унлуер, Ахмед Сарачаглу, Аслы Инандык, Ганджа Сарайилдыс. После того, как жена покинула Ниджата, он один воспитывал свою дочку Кайру. Пока она была маленькая, он легко справлялся со всем. Однако девочка подрастает и начинает задавать вопросы о маме. Ниджат, чтобы не расстраивать Кайру, рассказывает ей сладкую ложь. Он пишет ей письма от имени матери. Однажды Кайра настаивает, чтобы встретиться с мамой. Ниджат в тупике. Именно в этот момент на его пути появляется очаровательная Суна. Помогая отчаявшемуся отцу и маленькой девочке, мечтающей увидеть мать, Суна оказывается в эпицентре игры, которая изменит всю ее жизнь. На втором месте сериал «Полярная звезда», 45 серий. В ролях Измаил Демирджи, Аслыхан Гюнер, Тайган Аванаглу, Джизми Баскин, Зейнеп Канканде, Аслыхан Капаншахин, Хюсейн Сайсалан, Угур Демир Пехливан. Йылдыз любила Кузея столько, сколько она его знала. Она не видела никого, кроме него. Семьи также дружат друг с другом. Кузей и Йылдыз помолвлены. Но когда Кузей едет в Стамбул учиться в университете, он быстро забывает все слова и отправляется в новую любовь. Кузей женился на женщине, которую полюбил. У него было трое детей, но 20 лет спустя он испытал боль, которую испытала Йылдыз. Он был оставлен женщиной, которую любил. Кузей возвращается в свой родной город со своими тремя дочерьми. Йылдыз поклялась отправить его туда, откуда он приехал. Кто же победит в этой войне? Вспыхнут ли вновь чувства, дремавшие много лет? В сериале, занимающем первое место, в ролях снялись Азгю Кая, Керем Джем, Энгин Хипилери. Севда очень красивая и энергичная девушка, которая мечтает стать звездой. У Али таинственное прошлое, необыкновенная история любви Али и Севды. Али потерял родителей еще в детстве, они с младшим братом Сулейманом попали в приют. Однако Али не простой мальчик, у него обнаруживают уникальную способность
«Видеть в темноте». Спецслужбы берут его под свое крыло, чтобы еще больше раскрыть скрытые таланты. После этого Али и Сулейман теряют связь между собой. Повзрослев, Али ищет брата. Поиски приводят его в небольшой бедный квартал, где в первую же ночь к нему в дверь стучится молодая девушка по имени Севда. Она трясется в страхе и просит помочь ей спрятаться. Таким образом сводятся пути Али и Севды, влюбившихся друг в друга с первого взгляда. Однако у них обоих есть глубокие раны и тайны, которые нельзя раскрывать. Что ж, это был последний сериал сегодняшней подборки. Подписывайтесь, чтобы нам не терять друг друга. Если вам вдруг не хватило в этой подборке найти что-то интересное для себя, то загляните в мои предыдущие подборки видео. И обязательно напиши свое мнение в комментариях, так как именно ты можешь кому-то определиться с выбором. Итак, первое место сериал «Никто не знает», 27 серий. Спасибо всем, что досмотрели это видео до конца. Я надолго с вами не прощаюсь. До скорой встречи с новым видео!